Я думаю, что в России было создано в определенный момент времени, в определенный момент развития экономического, было создано такое количество банков, которое, в принципе, не способно переработать тот запрос, который есть. Мало всего прочего, многие банки становились такими серыми банками, в которых происходили разные, да, сделки, разные способы выводить деньги. И поэтому на сегодняшний день политика такая, чтобы оставить самых сильных игроков на рынке, для того, чтобы снизить в том числе и государственные риски. Все говорят о том, что вот видишь, мой вклад до 700 тысяч, он как бы гарантирован, да, государством. Тогда возникает вопрос, да, где ты эти вклады держишь и что вообще происходит. Здесь некая попытка государства обелить этот рынок, сделать так, чтобы количество игроков было меньшим, но прозрачность того, что происходит, была выше, и, скорее всего, безопасность для простых граждан была выше. Опять же, здесь нужно, конечно, говорить, наверное, больше с экспертами в банковской сфере.